Вот и думай, соваться в эту чачу или нет. Зачем тогда? Зачем тогда ехал? Черт, ну попробуем потихоньку. Трактор прошел. Мазики ехать. Тем более, когда задней скорости нет. Ну вот, небольшой кристаллик. Это вот уже копеет, конечно. Немножко снять хоть. Никакая мазь не помогает. Как я чудесненько ударил как раз по кристаллу.
не крупные кристаллики. Да что ты? Некоторые кристаллы уже отпали. Не потому что я бью, а потому что земля, видимо, умирает. Температура. Звездочка. Ну вот, как такую колымагу. Вот кайло. Конечно, никак. Придется, наверное, оставить ее. И с этой стороны кристаллики. Меры объема еще одна появится. Вовик мешок, меш. А здесь будет ведро. Тоже вот.
Улетели. Места, конечно, вот здесь неприятные. Ну вот, вроде мелочь, первая ласточка, но зато и жилы не затвала. Так что вот интересно. Ну вот, выглянуло солнце и опять спряталось. Стало заметно веселее копаться в отвале. Работа, конечно, не пыльная. Но не очень-то знаменитая. Так. И вот этот вот. Вымою, потом посмотрим. Здесь что-то похоже на гранат. Отложим. Вон ямка, где он был. Где он был, сейчас его уже нет. Тоже на кварчике гранат. Неплохой образец. Вот тоже вывалился образец. Здесь гранатик в кварце. А на шпате не видно. Разное есть. В прошлый раз и на шпате. Это ливень. Фу. Ладно, что-то тут насобирал. Вымою дома. Покажу. Надо выбираться.